что когда мы обслуживали, оно даже не снижается. То есть вот детские ноги шутки канала, а что-то раньше для матушек. А чтобы стену здесь поставить, канал засыпали на усы. Именно поэтому там немножко в канале стоит. И видите, это место ведь поменьше, чем уровень пола, на котором мы стоим. А это потому, что тут остается уровень дороги, по которой мы стоим. То есть, когда мы будем исправить, уровень дороги на этом уровне пойдет. Это место максимально плохо, мы стараемся. И обратите внимание, как вокруг шатра прошло. Место обогрённое полностью. И коричневый по цвету, яркий по цвету. И обратите внимание еще одно. Камни, которые на полах, это самый дорогой камень. Мы здесь по итальянскому мрамору. Вот я вам подумала, посмотрите, какой разноцветный итальянский мрамор. Гуляя по храму, на полу здесь подробно видно. У нас подборка мрамора космолась. А вот камни шатра – это наши камни Сурала и Алтай. Вот такой розовый камень Кулюстрада. Его называют Бриджан. Четыре колонны столбики с иконами. А вот все, что вы видите, то есть сам шатер, это гипсовый макет, который расписан. Дело в том, что когда в нашей стране 100 лет назад революция произошла, в 1917 году, ведь было официально объявлено, что Бога больше нет. И начиная с веры в Аксе, храмы стали массово закрывать, бабушек сажали, растения. А с 1920 года из храма ценности вывозить стали. Вот как наше дело врачи. Мы его до сих пор не можем остановить. Работа, материал, все сейчас дорого очень. Реставрация сеня отложена на яркий делается. И так из этого места был построен вот такой симпатичный храм. Спас нам.